На Черноморском побережье ожидается подъем уровней воды на реках. Организовано оповещение и информирование населения о складывающейся ситуации. Для мониторинга обстановки организована работа мобильных оперативных групп. В прибрежной зоне Черноморского побережья сформирована дополнительная группировка сил и средств подразделения МЧС России. В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю организована работа оперативного штаба. Созданная группировка готова к реагированию, сил и средств достаточно.